Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарвиновский музей «Дети». И сегодня, по традиции, я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на замечательный вопрос нашего зрителя Хлорин. Здравствуйте! Мне очень интересно послушать про медуз. Я их боюсь, и мне интересно, сколько живут, есть ли у них глаза, губы, чем они питаются в конце концов. Медузы совершенно удивительные создания. Они, безусловно, очень красивые. Они загадочные, они таинственные. Они иногда опасные. И знаем о них, в общем, достаточно много. Но, во-первых, мы знаем, что это очень древние животные. И живут они на Земле как минимум 500 000 лет. А по оценкам некоторых ученых, даже дольше, около 700 миллионов лет. И это, пожалуй, первые организмы, у которых присутствует несколько органов. Давайте разберемся, что же есть у медузы и чего у нее нет. Нет у нее мозга, как ни странно. У нее нет дыхательной системы, она дышит всей поверхностью тела. У нее пищеварительная система очень простая и практически состоит из ротового отверстия и желудка. У нее отсутствует выделительная система. Да, губ у нее, кстати говоря, тоже, извините, нет. Хотя рот есть, но губы отсутствуют. Но зато у медузы есть сенсорные органы. Они расположены в особых образованиях по краю купола и называются эти органы рапалии. Что же эти рапалии содержат? Во-первых, они содержат несколько маленьких простых глазок. Часто это просто такие углубления с пигментом, которые могут реагировать, например, на свет. У кубы медузы есть настоящие глаза с сетчаткой, хрусталиком и роговицей. Представьте себе, каждый рапалий, а у кубы медузы 4 рапалия, содержит 6 глаз. Это 4 простых глаза и 2 сложных глаза. Один направлен наружу, а другой направлен внутрь купола. То есть вот такая куба медуза глазастая, у нее целых 24 глаза, можно прямо обзавидоваться. Вот. Ну и еще на рапалиях есть специальные органы равновесия, которые позволяют медузе чувствовать, где земля, где небо, да, какой стороной нужно развернуть свой купол для того, чтобы нормально двигаться. При этом устроены медузы достаточно просты. И, в принципе, если каждый из вас видел медузу и представляет, что это такое, ну, это такое вот плавает кусок желе, да? Но на самом деле все не так примитивно, строение медузы несколько сложнее, чем просто кусок желе. И тем не менее, все-таки действительно сверху у медузы слой эпителия, а внутри она заполнена таким студенистым веществом, которое называется мезогрея. И медузы примерно на 95-98% в зависимости от вида состоят из воды. И даже странно, как при таком составе это животное способно активно двигаться, как оно способно охотиться, избегать опасности, привлекать партнеров и вообще осуществлять достаточно сложное поведение. Между тем, действительно, поведение у медуз иногда бывает довольно непростым. Относятся медузы к типу стрекающие. К этому же типу относятся, например, коралловые полипы, анемоны и гидроиды. Но внутри этого типа выделяется подтип, который называется медуза зоа, и туда относятся как раз все медузы. И это те организмы, у которых есть в цикле развития такая фаза медуза. То есть на самом деле медуза – это жизненная форма, которая присутствует у стрекающих организмов. Мы хорошо себе представляем медузу. Это такой зонтик или колокол. Достаточно, может быть, большой по размерам, может быть, совсем крошечный. Снизу у него находится ротовое отверстие. Именно туда отправляется щупальцами пища, пойманная медузой. И оттуда же, собственно говоря, непереваренные остатки из медузы удаляются, потому что других отверстий у медузы нет. Вот такая вот беда. От ротового отверстия отходят в лопасти такие вот ротовые карманы. И там же расположены гонады. То есть половые клетки, которые медузы вырабатывают. Потому что медузы – это организмы раздельно полые, у них есть мужские особи и женские особи. Что еще интересного можно сказать в медуз? Почему они называются стрекающими?
А все дело в том, что у всех представителей этого типа есть специальные стрекательные клетки. Они устроены очень необычно. Внутри каждой клетки есть капсула, а в капсуле находится скрученная спиралью нить с гарпуном на конце. А на наружной части этой клетки есть специальный такой вырост, который служит спусковым механизмом, как курок в пистолете. И стоит только чему-то до этого спускового механизма, до этого выроста дотронуться, как капсула разрывается, и стрекательная нить с гарпуном на конце с невероятной просто скоростью вонзается в тело или жертвы, или обидчика. И действительно, скорость – это, ну, пожалуй, самая высокая в животном мире. Другие никакие процессы с такой скоростью не происходят. Гарпун вонзается в тело, и сквозь нить проходит специальное вещество, которое оказывает парализующее действие на добычу. А какая же добыча у медуз? Ну, здесь все зависит от размера. Как я сказала уже, размер может быть различен. Самая большая медуза – это львиная грива. Ее колокол достигает диаметра 2 метров, а вот длина ее щупалец может быть до 36 метров. Представьте, это больше, чем синий кит. Если синий кит достигает в длину максимум 27 метров, то здесь, ну, представляете, разница довольно солидная. Действительно, очень крупное животное. Но есть и совсем маленькие медузы, их колокол будет диаметром буквально несколько миллиметров. Такое тоже возможно. Соответственно, добыча у них будет разного размера. Чаще всего это зоопланктон, ну и, конечно, крупные медузы довольно успешно охотятся, например, на рыбу. Они ее обездвиживают при помощи щупалец. Причем в некоторых случаях щупальца не только обладают вот такими стрекательными клетками, о которых я сейчас как раз вам рассказывала, но они могут иметь клейкую поверхность. Медузы опутывают жертву клейкими щупальцами, и, соответственно, после этого уже стрекательные клетки воздействуют на добычу, добыча обездвиживается и отправляется медузе в рот. У медуз очень необычный цикл развития. Как я уже сказала, сама вот эта форма медузы – это одна из жизненных форм данных организмов. Взрослые медузы встречаются, мужская особь оплодотворяет яйцеклетки, из оплодотворенной яйцеклетки медузы вылупляется личинка, которая называется планула. Она довольно маленькая, какое-то время она движется в воде, но затем довольно быстро она оседает на дно, прикрепляется к дну и вырастает маленький полип. И часть своей жизни медуза проводит в виде полипа. Полип может размножаться почкованием, то есть вегетативно. От него могут по бокам вдруг образовываться еще такие же полипы, которые абсолютно являются генетической копией вот этого вот первого полипа, от которого они отпочковались. Так может продолжаться довольно долгое время, но в какой-то момент происходит смена условий, и, например, снижается температура. И это служит для полипов сигналом для того, чтобы перейти к следующей стадии своей жизни. И тогда наступает процесс, который называется стробиляция. Полип начинает делиться, и от него отпочковываются маленькие такие пульсирующие звездочки. Это личинки медуз, которые называются эфиры. Ага. Эфиры устроены не совсем так, как взрослая медуза, но именно из эфира затем впоследствии вырастают взрослые организмы, способные к половому размножению. Таким образом, у медузы может меняться в цикле половое размножение и бесполое, чередоваться, что, в общем, удобно, особенно в случае смены каких-то экологических условий. Ну, как я уже сказала, например, повышение и температуры или понижение, изменение солености или какие-то прочие факторы, которые на этих животных воздействуют. Сколько могут жить медузы? Возникает такой вопрос. Как правило, это зависит от вида, и продолжительность жизни у медуз составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Но из всякого правила, опять-таки, есть исключение. Есть такой вид медуз из рода Туринопсис, который называют бессмертным. Почему же медуза может быть бессмертной? Как такое может происходить? Оказывается, у этих медуз иногда бывает, например, когда тело медузы сильно повреждено, или какое-то заболевание, или какие-то крайне неблагоприятные условия. И вот эта медуза может вернуться
на стадию полипа из взрослого уже состояния. У нее сохраняется всего-навсего несколько клеток буквально из ее купола. Они попадают на дно, и из них вырастает новый полип. То есть таким образом происходит постоянное омоложение. Но насколько часто это возможно и сколько одна особь может на самом деле существовать, мы пока не знаем. Но вот именно за это этот вид медуз называют бессмертными. Что еще интересно? Мы знаем, что медузы могут быть опасны. И встреча с медузами, ну, чаще всего не приносит нам каких-то больших неприятностей. Чаще мы получаем ожог от стрекательных клеток, раздражение, ну, в худшем случае, наверное, какую-нибудь аллергическую реакцию. Но есть медузы очень опасные. В частности, такие медузы водятся у берегов Австралии и Индонезии. Называются эти медузы морская оса. Морская оса относится к кубомедузам. Это совершенно особенные медузы, очень интересные. Называются они так, потому что у них необычная форма купола. И кубомедузы, пожалуй, самые сложно устроенные среди медуз. Так вот, у морской осы яд, который содержит стрекательные клетки, очень сильный. И он способен в короткое время убить человека. То есть, если человек с незащищенной кожей встречается в воде с кубомедузой, то его практически будет невозможно спасти. Почему? Да потому что соприкосновение с щупальцами кубомедузы оказывается необычайно опасным и приводит к остановке сердца. Просто человека не успевают вытащить из воды, как правило, он тонет. Вот. Такие случаи регулярно случаются, поэтому во многих местах в Австралии, например, люди не купаются, несмотря на очень красивый океан, тем не менее, все-таки опасаются этих довольно опасных животных. Ну и еще важное свойство медуз. Многие медузы обладают флуоресценцией, то есть они могут светиться. Они, конечно, не излучают свет, это не люминесценция. Они лишь отражают свет. Когда на медузу попадает свет фиолетового или синего спектра, они отражают его и могут светиться, например, зеленым цветом. Интересно, что давно достаточно учеными был открыт зеленый флуоресцентный белок медуз. И даже в 2008 году ученые получили за это открытие Нобелевскую премию. И этот белок, он сыграл огромную роль в развитии молекулярной биологии и в медицинских исследованиях. Потому что действительно, например, оказалось, что этот белок легко пришивается к другим любым белкам, его можно внедрять в клетки и затем смотреть, что же с этими клетками происходит. И, например, при помощи этого белка можно изучать опухоль. Она становится очень хорошо видна под микроскопом, и очень хорошо видно, что же с этой опухолью происходит, как там происходит деление клеток, вот, и хорошо происходит процесс лечения или плохо. Можно внедрить в ДНК организма, и тогда это свойство флуоресценции будет передаваться по наследству, и можно получать светящиеся геномодифицированные организмы. Ну, например, может быть, аквариумисты знают, что есть такие светящиеся рыбки Данио. Они будут плавать в вашем аквариуме и будут очень красиво светиться зеленым светом. Получили также для исследований, например, разных геномодифицированных флуоресцентных животных. Например, есть светящиеся свиньи или светящиеся кошки. Конечно, это делается не для забавы, не для того, чтобы там такое животное, например, бегало у вас по дому и развлекало вас в темноте, да, если вам лень включать свет. Нет, это делается исключительно в целях биологических исследований, потому что действительно позволяет очень многие вещи выяснить именно при помощи того, что те или иные белки или те или иные клетки очень хорошо исследователям становятся видны. Так что, видите, медуза-то, хоть она и древняя, но очень непростая. И, наверное, таит еще много всяких тайн, которые мы обязательно с вами раскроем. Ну и, конечно, на медуз можно любоваться бесконечно. Их медленные движения – это просто какой-то сплошной релакс. Так что желаю вам полюбоваться на медуз, не встречаться с их стрекательными клетками, потому что это не очень приятно, знаю на личном опыте. Ну и приходите к нам в музей, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня и пока!